22 занятия посетили участники творческой мастерской «Доброе сердце». Она открылась в декабре прошлого года в общественном центре «ЛАД». Члены ветеранских организаций Заречного приходили сюда, чтобы научиться делать сувениры своими руками. Сначала мы начинали с маленьких цветочков, потом букетики стали делать, потом делали их новогодние все. Венки очень красивые, до сих пор у меня на елке этот венок висел. И я его сохранила и даже не отдала его никуда ни на продажу, настолько он мне понравился. В этот раз зареченские мастерицы собрались вместе, чтобы подвести итоги работы. Проект «Доброе сердце» был реализован с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Именно на эти деньги было оборудовано помещение, закуплены все необходимые материалы и инструменты. На каждом занятии ветераны осваивали различные техники рукоделия. Преподавателями были зареченские мастерицы. Я делаю изделия из фоамираны. Есть такая пластичная замша, которую подогреешь, и руками можно сделать из нее что угодно. Вот это почти то же самое, только это в промышленных размерах. А у нас поизящнее, поаккуратнее. Рукодельницы присоединились к благотворительному проекту «Весна на Заречной улице», изготовили сувениры и поделки для ярмарки. Руководительницы мастерской все лето давали мастер-классы на праздниках микрорайона. Сейчас в центре ЛАД начинается новый сезон. Ветераны готовы творить и совершенствовать свое мастерство. Будут предлагать, то и будем все делать. Тут все очень хорошо, все организовано, все прям прекрасно все. Мне нравится здесь. Занятия в творческой мастерской «Доброе сердце» начнутся в середине октября. Присоединиться к рукодельницам может каждый. Подробную информацию можно узнать по телефону 65 27 01.